Здравствуйте! Рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Наталья. И в этом видео я показываю исправление своих ошибок. Кто смотрел мои видео ранее, видели, как я изготавливала вот такую косметичку, которая у меня не получилась. Поэтому было четко написано, что это фиаско. В прежней своей работе я не учла соотношение высоты косметички и площадь вот этих боковых вставок. Мне показалось, что моя косметичка получилась высокой, неуместной и негармоничной. Поэтому я переделала. И молния там тоже открывалась достаточно сложно. Что я переделала? Я убрала высоту, то есть я убрала стропу. Я там делала все это на стропе, оставила только бархатную ленту. То есть стропы у меня нет, у меня сразу же молния моя пришита к бархатной ленте. Вот таким образом. А дальше молния у меня там открывалась достаточно сложно, поэтому я сделала вот в этом месте дополнительно такие хвостики, за которые буду держаться. Вот, допустим, сейчас покажу. Чтобы открыть изначально молнию, я держусь за хвостик, молния у меня открывается. Дальше, конечно, помогаю себе ручками. Чтобы закрыть молнию, держусь за другой хвостик. И дальше у меня тоже все закрывается. Вот такая история. Но что хочу сказать, работа эта у меня неудачная. Это полный провал, как я считаю. Работа мне не нравится. Изначально мысли были у меня очень такие серьезные, но в итоге вот такая ерунда у меня получилась. Работу я не выбрасываю, я такие работы тоже оставляю, как напоминание о моих неудачах. И еще для того, чтобы брать их иногда в ручки и смотреть, какие у меня здесь неудачи, чтобы не допускать в следующий раз. Такую работу, еще одну, я обязательно сделаю в таком плане, но что-то другое буду делать вот в этом месте, потому что, в принципе, лента бархатная меня тоже здесь не устроила. Скорее всего, ее надо было проклеивать на флизелин или дублерин. В общем, в следующий раз я это учту. Но единственное, что мне нравится, это нравится мне здесь вышивка, розочки в стиле рококо, французский узелок и все украшено бисером. Ну, раз я так снимаю сегодня такое видео по исправлению ошибок, которые, в принципе, ну, все равно эта работа неудачна, я хочу вам сейчас уже с объяснением показать, как вышиваются розочки в технике рококо. Вообще, рококо техника – это перевод «завиток раковина», объемная техника вышивки, в основе которой лежит шов с различным количеством навивов. Это вот такая техника, стиль рококо, он, по-моему, пришел из Франции. Вот я сейчас, надо было посмотреть, конечно, в интернете, но я чуть не посмотрела. Произошел он от стиля барокко, это помпезность такая, красота. В этом стиле присутствуют, по-моему, амуры, рок изобилия. Вот рок изобилия. Да, рок изобилия. Сейчас у меня сразу мысль промелькнула. Надо сделать мне брошь. Рок изобилия. Ну, в общем, девчонки, красота, красота. Там такая царственность, помпезность. И даже мужчины, вот когда модно было во Франции барокко и стиль рококо, были похожи в одежде, в моде на женщин. Все такое красивое, утонченное. И, по-моему, еще один из элементов стиля рококо, это вот как раз, я не помню, как он, не помню, как он называется, но по обозначению это раковина. И вот розочки в стиле раковины. Итак, опять много говорю, покажу сейчас, как это делается розочка. Единственное, что сначала пройдусь по нитям. Какими нитями рекомендую вышивать в стиле рококо? И узелки, и французский узелок, и вот сами вот эти завитки. Я рекомендую нити Мулине фирмы Гамма, вот такие скользкие. Тогда нить будет проходить, скользить хорошо и свободно. Есть вот такая гамма шерстяная, я ее вообще не рекомендую, хотя сама тоже ее вышиваю, но это достаточно трудно. Нить, она такая пушистенькая, это чистая шерсть и цепляется. А для начинающих это будет достаточно сложно. И также не рекомендую тоже вот такую нить, это чистый хлопок, девочки тоже цепляются. Поэтому если начинаете, то лучше всего берите вот такую гамму скользкую. Мулине такие вот они, по-моему. Состав не вижу я. А, это состав египетский 100% хлопок. Надо же. Первый раз прочитала. Но он такой скользкий. Очень хорошо вышивать шелком. Итак, я беру пяльцем. На пяльце у меня натянута самая обычная вязь. Вот такая тонкая. Иглу. Игла должна быть длинная. Очень длинная. Потому что навивов может быть очень много. Ниточку. Узелочек, нити я беру вот для вышивки именно розочек сразу в 6 сложений, как продается
упаковочках Молине. Делаю узелок, захожу на лицевую, сделаю узелок побольше. Некоторые, конечно, вышивают без узелков, но я по этому вопросу особо не заморачиваюсь. Итак, захожу на лицо, придерживаю пальчиком и дальше делаю стежок. Вот здесь существует правило: длина вашего стежка, то есть количество навивов, должно полностью соответствовать длине вашего стежка плюс 2-3 навива, чтобы стежок вот как раз и выгибался, был гусеничкой, либо по-другому раковиной, как ушная раковина. Дальше беру нить и делаю навивы. Конечно, лучше вышивать на станке. У меня станок есть, но он достаточно большой. Я думаю, в кадр он у меня не войдет. Поэтому вот так буду мучиться на пяльцах. Делаю навивы. Считаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я думаю, 8 навивов для первого стежка мне хватит. Каждый последующий стежок я буду делать больше чуть-чуть размером, и количество навивов я тоже буду увеличивать. И продергиваю иглу сквозь все эти навивы. Если игла плохо идет, ее можно чуть-чуть подкручивать вот таким образом, и тогда игла проходит свободно. Дальше подтягиваю нить, стежок, видите, у меня петелька такая образовалась, все, я ее подтянул. Вот такой получился элемент. Из этих элементов и состоят почти многие цветы в вышивке рококо, в технике. Дальше я захожу иголочкой вот в это же место, откуда и выходила. Вот таким образом. Делаю следующий стежок. Тут уже как располагать стежки, это ваша бурная фантазия. Какие цветы вы хотите вышивать. Ну, допустим, я делаю розочку. Опять выхожу на лицевой стороне. Иглу завожу на изнаночную и одновременно ее вывожу же в то место, откуда у меня вышла моя нить рядышком. Вот таким образом. Дальше делаю количество навивов. Я сделаю еще раз такое же количество. 8 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провожу. Видите, как у меня хорошо, спокойно ниточка проходит. Это потому что качество нити такое скользкое. Еще раз повторяюсь, вот на шерсти, достаточно сложновато будет. Опять захожу вовнутрь. И вот таким образом я укладываю все свои стежки. Иду либо по часовой, либо против часовой. Но тут нет правил по направлению. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все, сделала. Достаточно у меня хорошо проходит игла. Нить скользкая, ткань тонкая. На бархате вышивать намного сложнее. Дальше у меня опять игла заходит в это же место, откуда и выходит. То есть игла всегда выходит и заходит в одно место. В изначальное, либо в конечное. Все. Дальше я буду, скорее всего, увеличивать количество навивов. Опять у меня игла выходит на лицо. И я сделаю более длинный стежок. Вот таким образом сюда. И, наверное, навивов я сделаю, 10, допустим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все. Иголочка у меня проходит. Обожаю эту технику. Я очень люблю мне вышивать. Мне нравится вышивать крестиком, художественной гладью. И в технике рококо не люблю обычную гладь. Мне как-то скучно. И не знаю, просто не люблю. Зашла. Следующее делаю. Выхожу вот в этом месте. В серединочку. Делаю большой стежок. И здесь я, наверное, количество навивов. Потому что я смотрю, что стежок у меня сам по себе большой. И он как бы будет огибать. Я сделаю, наверное, 12 штук уже. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Иглу продергиваю сквозь все мои навивы вместе с ниточкой. Сейчас я ниточку подтяну одну. Мне очень нравятся броши, вышитые в технике рококо. Я, кстати, сейчас сделаю куклу, и на платьишке куклы у меня тоже будут розочки в технике рококо. И последний навив.
тоже захожу в серединке вот здесь. А еще раз говорю, как располагать эти навивы, эти ушные раковины, это уже дело каждого. Так, видите, я иголочку нечаянно продернула. Но здесь тоже можно не особо волноваться по этому вопросу. Сейчас мы все исправим. Иногда и такое будет. Бывает у меня. Я с вами заболталась. Сейчас я это верну все на место. Потому что, честно говоря, вот таким образом делать навивы достаточно сложно. Так что смотрите, чтобы все-таки ваша иголочка оставалась на поверхности ткани. Вот. Сейчас у меня еще одна проблема — вдеть иглу. Минуточку. То есть вдеть нить в иглу. Заговорилась. Но бывает у меня, когда снимаю. Итак, захожу. Кончик иглы на этой стороне. И этот кончик тоже. То есть игла должна лежать полностью на поверхности. А не так, как у меня до этого было. Это, в принципе, ошибка. И делаю навив. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, ну 13 сделаю. Это у меня достаточно большой. И прохожусь через все навивы, продергиваю свою иголочку. Все это подтягиваю. Вот таким образом получаются розочки в стиле рококо. Конечно, можно использовать разного оттенка нити. Вот, допустим, как у меня здесь, да. Здесь у меня розочки в стиле рококо, французский узелок, бусинки и бисер. Вот, я думаю, тут ничего сложного нет, все понятно. Теперь хочу показать французский узелок. Кстати, французский узелок — это такой универсальный элемент. Только вышивая им одним, можно создавать шикарные вышивки. Прям вот один букет можно вышить только из одного французского узелка. Ну, с добавлением разных цветов, конечно, нити, и можно бисер добавить. Вообще красиво получается. Как делается французский узелок? Также нить выводим на лицо и делаем, вот она у меня в руке, не надо в ткань ничего втыкать, всего лишь два навива. Раз, два. Заходим в это же место, откуда вышли, ну, буквально 1 миллиметр, чтобы ткань не дырявить. Вот таким образом, да. И придерживая пальчиком, вот я сейчас все это придержу, ниточку, выводим нить наизнанку. Посмотрите, вот он получился, французский узелок. Еще раз показываю. Выводим нить на лицо полностью, иглу. Делаем 2 навива. Раз, два. И заходим рядышком в это место. Вот так вот можно нить держать. И тихонечко вот так вот все подтягиваем. Французские узелки тоже можно делать и из 3 навивов, и из 4. Чем больше навив, тем больше узелок. Но мне кажется, чем больше он, тем менее аккуратно. Давайте попробуем 3 сделать. Нет, сразу 4. Вот раз, два, три. 4. Я не люблю узелки французские в 4 навива. Мне кажется, они, честно говоря, не очень аккуратные. 2 вот для меня самый такой. Вывожу нить, заподтягиваю. Хотя нет, тоже, в принципе, он более плотный, но вот он более выпуклый и не видно самой структуре нити, как она лежит. Вот здесь вот она как-то, мне кажется, лежит поинтересней. Вот такие элементы я использовала в своей вышивке. Сейчас поменяю нить и покажу вам еще несколько элементов. Листочки я вышивала на своей вышивке достаточно просто. Делала иголочку, вывела на лицо, делала один вот такой стежок. И дальше уже, сейчас я тут посмотрю. Ниточка у меня, как всегда, запуталась, но ничего страшного. Как есть, так и есть. И дальше уже вот таким образом к серединке я делаю другие стежки. Вот так вот. Это как елочкой. Елочкой, либо галочкой, кому как удобно. Вот так вот. Просто без всяких заморочек я вышивала свои листочки на розочках. Очень, еще раз говорю, нравится мне вышивать в технике рококо. Можно вообще такие шедевры вышивать. Одежду, сумки, броши, декоративные панно в технике рококо. Там ниточка у меня залезла. Ладно.
В общем, девчонки, вот так вот. Вот такой листочек. Сейчас еще покажу. Вспомнила один цветочек в технике тоже стежков рококо. Выходим на лицо. Это очень простая техника. Цветочки достаточно симпатичные. Но здесь надо делать одинаковые стежочки. Делаем стежок. Игла остается на поверхности. И конец, и начало иглы. То есть и ушко, и острие. Делаем навивы. Я сделаю 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Нет, 9. 8, 9. Протаскиваю нить. Угу. Делаю хороший стежок, вот. Но я не буду делать его слишком выпуклый. Видите, он мне как немножко конусом смотрится. Вывожу нить наизнанку. Дальше напротив. Также выхожу нитью, то есть иглой. Делаю стежок по направлению к этому стежку, как лучики солнца. И тоже получается достаточно симпатичный цветочек. Делаю навивы. Такое же количество. Стежки должны быть сами по себе одинаковые, и количество навивов тоже должно быть одинаковое. Этот цветочек не розочка. Я не знаю, как он называется. Но вот такой цветочек мне тоже нравится. Игла опять заходит в этом месте. И дальше, если вы можете делать сразу же несколько листочков, можно вот так вот один напротив другого. Выхожу, захожу. То есть расположение самих стежков тоже делаю навивы. Придерживаю. Не знаю, нити у меня хватит, наверное, нет. Ну и вот таким образом я оформляю цветочек. Нити у меня, конечно, не хватит на весь цветочек, поэтому весь я вам показывать не буду. Но я думаю, здесь, в принципе, все и так достаточно понятно. Это уже сколько вы хотите сделать лепесточков у своего цветочка. И вот сейчас между ними. Тоже захожу, выхожу. И делаю навивы. Наверное, я это сейчас закончу, потому что нить у меня заканчивается. И чтобы тоже не отнимать ваше время, видео не делать слишком долгим. Посмотрите, видите? Игла полностью у меня над поверхностью вышивки. Протаскиваю иглу, придерживаю все это пальчиками и делаю стежок на свое место. Таким образом, как лучики солнца сходятся. И еще два, раз, два, три, три таких лепестка, но нити у меня уже не хватает. Тоже получаются достаточно симпатичные цветочки. В общем, учитесь вышивать в технике рококо. Кто еще не вышивал, кто не знает, что это за техника, очень, очень хорошая техника, очень благодарная техника. Можно в этой технике вышивать вообще шедевральные работы. Знаю вот всего, допустим, французский узелок и вот такие стежки. Ну вот, вроде и все, что я хотела вам сегодня показать. Исправление моей неудачной работы. И все равно эта мне работа тоже не нравится. Я сделаю. Сделаю все равно все то, что меня устроит. Ну, все, девчонки. Ставьте лайки. Ставьте дизлайки, подписывайтесь на мой канал. У меня для вас будет много еще нового. Много, я надеюсь, хороших работ, а не таких работ, которые терпят у меня фиаско. Итак, до встречи на моем канале. Пока-пока. Ну, а вам желаю, конечно, счастья, здоровья и творческих успехов.